Пирог из лаваша с творогом и вишней, когда нет времени возиться с тестом. Очень вкусный, простой и быстрый пирог. Готовим начинку. 400 грамм творога, 3 яйца, сахар 100 грамм. Вливаем туда же молоко 80 мл, щепотку соли, ванилин по вкусу. И все хорошо взбиваем миксером или венчиком. Можно пробить с помощью блендера. Добавим 40 грамм муки. Еще раз все перемешаем, чтобы не было комочков. Начинка готова. Форму для запекания застилаем двумя листами лаваша. Форма у меня 22 см. Листы накладываем друг на друга. Это будет наша основа. Делаем основу с бортиками. Лишнее я просто отрезаю. Выливаем на основу творожную массу. Можно в творожную массу добавить изюм, сухофрукты, но я просто уложила сверху вишню. Вишня у меня замороженная, предварительно я ее разморозила. Можно заменить на другие ягоды или фрукты. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут. И вот такой вот пирог готов. Очень вкусно. И выглядит довольно аппетитно. Хрустящий лаваш мне лично очень нравится. Если вы не хотите, чтобы лаваш хрустел, заверните его в начале фольгу. А после выпекания снимите. И вот такой вот творожный пирог получился. Вкусно и просто. Понравился рецепт? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.